Приветствую, дорогие друзья, с вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Пеглен. Девятый Шармагеддон. Нужна помощь? Короткий фитиль, перемещение Эрки. Блин, все хорошее. Но самое такое быстрое, это, конечно, бомбы. Ускоряемся. Вот это да, такой отскок, я не рассчитывал. Да, чудес не бывает. Жадность сразу наказывает. Новое дерево какое-то, ухаживать за листьями, за корнями, плюс 7, давайте за корнями, поухаживаем. Здесь у нас проблем не будет. Денег бы собрать. Хватило на покупку. Так. Жалко, надо было внимательно посмотреть, можно было в магаз еще.
45. Ну хотя убрать все камни не получится, их так до хера. Внутри шарик. Я хочу взять внутри шарик. Блин, денег нет, ни хера. Доставь 10 камней хоть туда. Играйте с меня, сучья. Пятьдесят не самое худшее, что могло быть. Говню. Блять, вот это великолепно просто. Внутри шарик. Да, вот здесь, я имею в виду, ни одной бомбочки не взяли. Жестко. Вот, вот это грамотно и четко. В магаз, наконец-то. Ну, блядь. С
45. Сучара. Каждый 30-й. В бомбочку. У меня камней до хера. Если один уберу, ни хера не улучшится. Шлака набрал. Я не взял. Куда-то не туда нажал, блин. Ну, в принципе, это не критично. Вещь неплохая. Прикольно, у них мечи не изображены, и непонятно, с чем они. Ну, то есть, как бы они всегда с мечами, как я понял. Но все равно не очень приятно. Понимаешь, что если там лучники, ты вполне возможно, что кошку-то потеряешь. Прекрасное попадание. Замочили. Уродов. Ух ты! Пожалуйста, блядь. Просто убери шар. Иногда приложение так прогружается, охереть просто, как будто сейчас вылетит. Доигрался клоун. То-то же. Лечилка. Давайте лечилку возьмем. И улучшим, естественно, лечилку. Офигительно вылечили меня. Thank you.
Замочили. Да, камень, конечно, мне этот херовенький. Ты меня еще бить будешь? Клоун жал. Надо было попытаться, конечно, монетки собрать. Нихера себе, как меня задело. Блять, просто. Одни подарки. Лесной босс, ну конечно, конечно, сучару этого. Это подарок просто, просто подарок. Друг, я так тебя ждал. Еще. Хотя бы так. До свидуся, клоун.
Так, ну надо направо идти. К магазину. У меня 292, но можно что-нибудь нормальное. Так, в первую очередь удали кал. Вот этот, все отлично. Так, есть ли еще торговец дальше? Нет, торговцев никаких нет. Херовенько, значит, надо брать то, что есть. Бомбы наносят больше, конечно, конечно. Не понял. Блин, мне так шандарахнул-то. Копеечку надо сжать. Ой, ну это полнейшие клоуны. Это же все понимают. Это взрослые дети. Это просто клоуны какие-то. Спасибо за просмотр.
Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи в следующих сериях. Всем пока.